Сегодня вот такой у меня праздничный вечер. Удивительно. При таком океане такой невзрачный город. Это, конечно, это непостижимо. Или в Бразилии красоту не ценят, как таковую на нее не обращают внимания. Или что-то другое здесь. Даже вот та машина, которая сейчас ездит и это делает, это, конечно, я в одной из своих статей, которую поместил в книгу «Генные ключи по-русски», написал, что если по интервью Познер – это каменный век, точнее динозавры даже, условно, вдуть – это каменный век, а вот век настоящий и будущее. Вот кто научится брать интервью у океана, у гор, тот и будет задавать тон средств массовой информации и журналистики в ближайшие годы, десятилетия, столетия. У каждого и у нас у всех есть свой день победы. Кстати, вообще у каждой страны свои дни победы есть. И вообще вот то, что Россия является самой большой страной в мире, это говорит о том, что у нее должны быть большие победы, большие цели. Я очень рад, что именно сейчас к этому люди начинают приходить. То есть, видите, для бразильцев это чемпион мира, наверное, по футболу, наверное. Вот для русских это вот должен быть другой какой-то день победы, он ощутимый, я это понял. И это какое-то великое, русским нужны великие победы. То есть Олимпиада и чемпионат мира, ну это как бы само собой. Это такие маленькие-маленькие ступеньки. Поэтому в прошлый раз вот такой он был День Победы. Какой будет следующий День Победы? Ведь на самом деле все, кто сейчас это смотрит видео и меня слушает, и я в том числе, это мы... потомки тех людей, кто выжили, на самом деле. То есть выжили, это удивительно, выжили. Поэтому у всех свой день победы, а у русских он особенный.
В общем, мировая победа. Мировая победа.